Ведущая программы «Мужское, женское» на Первом канале Юлия Барановская прибегла к помощи ножниц для того, чтобы получить новую прическу. В своем микроблоге Юлия Барановская опубликовала свежий снимок, продемонстрировав плоды своего преображения. Телеведущая решила сменить имидж, добавив своему повседневному образу изюминки. На ночь глядя заехала к любимому жене, и вот, подписала в своем микроблоге светская львица. Многодетная Барановская побывала в салоне у одного из стилистов программы «Золушка». Перезагрузка Евгения Седова. Когда-то в этой передаче Юлия выступала в качестве ведущей. Барановская поделилась кадрами с новой прической, теперь у светской львицы появилась челка. На смену имиджа Юлия решилась после того, как в прессе появились слухи о ее воссоединении с экс-возлюбленным и отцом ее детей Андреем Аршавиным. Сама телеведущая крайне редко комментирует свою личную жизнь. Однако в данной ситуации Барановская решила расставить все точки над «и». По словам светской львицы, футболист начал общаться только с их детьми, 13-летним Артемом, 10-летней Яной и 6-летним Арсением. «Ни о каком романе со спортсменом и совместным с ним будущем не может быть и речи», утверждает телеведущая. При этом Юлия не стала скрывать, что очень рада тому, что Аршавин все-таки вспомнил о своих детях и захотел наладить с ними отношения.